Всем привет! Никогда не думал, что мне придется еще раз возвращаться к этой теме. Вот тема была такая. Хамство в интернете. На моем блоге вы можете этот видеоролик найти и посмотреть. Располагается он в отделе видеоролики о разном. Вот зайдете, кликните по нему и можете посмотреть. Ну, сколько людей, столько и мнений. Вот тут, значит, мне прислал, значит, пользователь довольно-таки любопытные сообщения. Сейчас я посмотрю его. Ну вот, полюбуйтесь. Значит, человек пишет, что не хочет он, значит, смотреть ролики на английском языке. Пишет, что я из Ютуба сделал форума помойку. Первое. Человек, наверное, 300 лет не был на моем блоге и просто не понимает, что вот, пожалуйста, блог для русскоязычных. Не только для русских, а для тех, кто говорит на русском языке. Вот все видеоролики у меня здесь только на русском языке. Посмотрите. Кто так радеет за чистоту русского языка, вот посмотрите, здесь все видеоролики только на русском языке. Вот здесь вот, на английском, то есть для англоязычных, тоже сделал я видеоролики. Не столь много, конечно, но тем не менее делал. А почему бы людям, как говорится, не рассказать о моих подходах к решению тех или иных проблем в Linux. И, значит, начинается, значит, святая война. Значит, человек вообще на моем блоге, насколько я понимаю, давным-давно не бывал. Ну что, ну просто, ну зайди ты внимательно, ну почитай внимательно-то. Вот же здесь все написано, все разделено, и ролики на русском, и на английском. А для людей, которые как я, а их очень много, которые на двух языках говорят, вот сделан один общий канал. Здесь все перемешку. И на английском, и на русском ролике. Все по дате, от свежих к более старым. Вот и все. Так вот, Евгений, скорее всего, значит, тыкает по этой ссылке, а потом, значит, начинает мне высказывать свои претензии. Значит, договорился для того, что даже перестань гневить Бога, ради Христа прошу. Ради чего человек просит-то? Чтобы я делал ролики только на русском языке, а про остальные забыл? Ну так это же, извините меня, смешно, это самое, запретить человеку говорить на другом языке, если он на нем умеет говорить. И если он умеет на нем делать видеоролики. И понадобится сделать видеоролик еще на каком-то языке, так я и на другом языке сделаю. Но решать-то буду я сам, а не вы, и не надо Бога ради этого просить. И если Бог создал, извините меня, столько много языков, значит, ему как-то это нужно было. Поэтому, когда вот такими вот фразами докидаетесь, вы-то порой там хоть иногда-то берите и думайте о том, что вы говорите, что вы пишете. Вот. Значит, ну, я понаблюдаю, значит, если вот такая вот штука будет снова появляться, значит, ну что, ну тогда будем принимать свои, как говорится, меры, и больше комментариев, значит, Евгения у меня не появится. А так, значит, вот такое, скажем, мягкое предупреждение, что нельзя запретить человеку дышать, думать или говорить на том языке, на котором он желает. Это просто глупость. А вот глупость вот такими вот фразами кидаться, я считаю, это самое настоящее. Да говорите вы по-китайски, говорите по-китайски, говорите вы по-украински, говорите по-украински. Кому какая разница? И вам-то какая разница? Вам предоставлен блог. На этом блоге есть видеоролики только на русском языке. Если вы не знаете английский язык, что вы лезете тогда сюда? Вот, на русском языке только. И смотрите себе в свое удовольствие. И не лезьте со своими советами. Я уж как-нибудь сам разберусь. Договорились? Вот таким вот образом. Я, ой,
Никогда вот я вот такие вот эпатажи не люблю, но вот иногда приходится на них отвечать, потому что ну, просто достает, что люди невнимательно, значит, читают. Попался ролик на английском и начинает там это в носу ковырять и думать что угодно. Да даже если вы попали на английский ролик на какой-нибудь, вот по случайности, допустим, нажали, вот где на всех языках, то даже там, под любым видеороликом, что есть? Вот посмотрите, на английском блоге. Вот оно. Вот, пожалуйста. Даже по случайности вы нажали, тут написано «Для русскоговорящих». Идете сюда. И, пожалуйста, перескакивайте на мой блог на русском языке. То же самое сделано для людей, которые говорят на английском языке. Зашли сюда. Тут кратко говорится, о чем мой блог. И, пожалуйста, перескок идет на английский блог, чтобы людям было, как говорится, удобно смотреть и слушать мои видеоролики. Ну, я уже не знаю, как говорится, как там до кого и до чего достучаться, но прошу понять правильно, значит, мне больше таких комментариев, относящихся, как говорится, к другим языкам, не присылать. Просто буду банить и все, безо всяких разговоров, потому что канал мой о Линуксе, а не о достоинствах там русского или английского или еще какого-нибудь языка. Все языки хороши, если на нем говоришь нормально, грамотно. Вот и все. Ну ладно, желаю всем, как говорится, удачи в изучении Linux. Значит, будьте внимательны, значит, если попадаете, значит, вот на мой блог, то милости прошу, вот передовицу всегда почитайте внимательно. И тогда не будет, как говорится, возникать там некоторых вопросов. А почему я делаю ролики на английском, а почему делаю там так? А на каком языке хочу, на том и делаю. Я автор. Если я буду говорить на 100 языках, так я и на 100 буду писать. Это мое право. Ну ладно. Всем удачи и до новых встреч.